пару фактов про город Балви. Впервые упоминается как небольшой поселок в 1224 году. Статус города получил в 1928 году. Город расположен в 226 километров от столицы страны, города Риги, и всего в 25,5 километров от границы с Российской Федерацией, Пыталовский район. Город быстро рос и развивался в первые послевоенные десятилетия. В 1969 году население составляло 4,7 тысяч жителей. В 1990 году достигло максимума около 9 тысяч человек. С тех пор оно сокращается по причине естественной убыли и населения и эмиграции. Период между 1562 до 1772 годами Болвен входил в состав Речи Посполитой. В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой Болвен присоединен к Российской империи и переходит в собственность короны. В 1802 году поселение Боловск вошло в состав Люцинского уезда Витебской губернии. В 1919 году село Балви получило статус поселка. 2 июля 1941 года город занят войсками вермахта. Еврейское население было практически полностью уничтожено во время Холокоста. В 1944 году перед контрнаступлением советских войск немцы полностью сжигают город. Освобожден Балви в ходе Псковско-Островской операции 30 июля 1944 года воинами 321-й стрелковой дивизии 54-й армии 3-го Балтийского фронта под командованием полковника В.К. Чеснокова. После войны город заново отстроен по советской планировке. В 1949 году стал центром новообразованного Балского района. В конце 1980-х, начало 1990-х годов стал одним из центров так называемой «Поющей революции» – движения за независимость Балтийских республик от СССР. Балви сегодня является важным латгальским культурно-историческим центром. В советские годы был создан значительный промышленный потенциал, построен мясокомбинат, маслодельный завод.
это Балский парк. Вот, показываю вам, как в Латгалии тут что происходит. Город Балый. В данный момент жителей осталось где-то около 7 тысяч всего лишь. Где-то 60% латыши, и около 20 с чем-то процентов русские, ну и там потом еще остальные, там, украинцы и всякие разные еще по чуть-чуть. Сейчас подъедем к пляжу, покажем Балское озеро. Вот, школа раньше была, есть, наверное, делают обновку. Балское озеро. Как видим, можно возле самого озера качаться. Вот даже в воде есть качели. Кстати, вот такого не видел нигде. О. Сидеть, там лодка, фоткаться. Там есть дальше. Можно скатываться сразу в воду. О, прикольно. Вейкборды есть тоже. Это в Балви. Вот. Песчаный пляж. Видно, что и песчаное, наверное, там в воде тоже песчаное дно. Прикольно. Ребята, приезжаем летом купаться сюда. Сидишь, катаешься на качелях, рядом коктейль попиваешь. Да. На столик можно... Не Болгария, но все же. Да, там. Как видим, вон дно. Песчаное дно, кстати, вроде бы. А тут за отдельные деньги можно... попрыгать, поплавать. Медвежий сад. Тут, короче, в этом саду много больших камней. Можно погулять, потрогать камни. Видно, что приезжают, когда свадьбы, оставляют свои замочки. Ну, садись на трон. Покажи, какой тут трон классный. Медвежий трон. Вот королева наша. Принцесса. Королева.